Спасибо большое, спасибо, Дима. А я приглашаю всех. Ну да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Конечно. Итак, уважаемые гости и зрители, пожалуйста, подходите вот сюда, к этому языку, вы будете сегодня свидетели соревнований, показательных выступлений, сильнейших города Дендера и гостей. У нас есть номинации 35 килограмм, у нас будут девушки и юноши до 15 лет. Юноши 100 килограмм, 150 килограмм уже титулованные атлеты, и после этого пройдут соревнования по поднятию вот этого бревна, которое называется лонглифт. Начальный вес 50 килограмм, вход 10 килограмм, победителем будет тот спортсмен, который поднимет больше вес. Если сейчас есть желающие, просьба подойти, записаться, как мне обещали организаторы. Для победителей каждой номинации предусмотрены поощрительные призы. И я вас попрошу, организаторы соревнования, подойти, пожалуйста, ко мне. Итак, начинается соревнование среди девушек. Все девушки, которые приехали к нам, это город, представляют город Тирасполь. Итак, на штанге лет 35 килограмм. Зрители, пожалуйста, посмотрите. И первая будет это приезжать Овчарук Алла. На штанге лет 35 килограмм. Какие красивые дамы выступают не только